50 семей Бурабайского района стали обладателями новых квартир. Долгожданное жилье в домах комфорт-класса было приобретено акиматом Бурабайского района для социально уязвимых слоев населения. Квартиры приобретены по новому механизму выкупа. Жилой комплекс расположен в спальном районе. Рядом имеются все необходимые социальные объекты. Реализация данной программы наилучшим образом выполняет задачи, поставленные президентом страны, отметил Марат Ахмеджанов. Я еще раз хочу сказать, что вот ту задачу, которую поставил Касым-Жомарт Кемелевич, наш президент перед нами, это улучшение благосостояния и качества жизни наших граждан. Эта программа воплощается в жизнь. В этом году в Ахмолинской области по этой программе будет приобретено 900 квартир. 900 квартир. В целом по области в этом году более 2000 квартир. Мы в этом году, если будет точнее, 2400 с чем-то квартир, будут наши жители обеспечены таким жильем. Это показатель, который мы прошлые года за 5-6 лет достигали. На следующий год эта программа будет продолжена. Одной из счастливых обладателей нового жилья стала ветеран педагогического труда Багиля Касенова. Жительница Бурабайского района ждала квартиру в течение 9 лет. По ее мнению, данные мероприятия наглядно демонстрируют заботу государства о своих гражданах. В преддверии прекрасного славного праздника Дня Республики нам сегодня вручили квартиры от нового жилища, от новых квартир ключи. Получили не только многодетные, не только воины-афганцы, получили и те, кто многие-многие годы ждал в очереди, ветераны труда, такие как я. Это абсолютно светлая, прекрасная, чудесная квартира, однокомнатная, с хорошей кухней, оформление хорошее, дизайн хороший. Напомним, за последние годы в жилищное строительство региона инвестировано свыше 22 миллиардов тенге. В текущем году для акмолинцев приобретаются более 2500 квартир. Этот показатель равен суммарному достижению последних 5 лет. Эдуард Погребицкий, Медет Кайркенов, Кокщи, Акпарат.